22 апреля, суббота. В Москве 9:26. А за окошком, друзья мои, сегодня все пасмурно, но без осадков. Прохладная весна продолжается. Под окошком синеют подснежники. День сегодня будет пасмурным. Солнце, если будет, чуть позже. А сейчас услышим прогноз погоды от милицейской волны. В данный момент в нашем городе облачно, 5 градусов выше 0 за окном, атмосферное давление остается пониженным и составляет 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%, дует западный ветер, его скорость 1 метр в секунду. О погоде. Вы только что слыхали прогноз погоды от милицейской волны. Друзья мои, а на улице продолжается пасмурность. Как видите, все зеленеет. Появляется новая свежая трава, а главное, моя волшебная поляна, она неизменно поднимает настроение. Итак, друзья мои, ждите солнце позже, от силы мысли и взгляда весна продолжается. И она прохладная. Прохладная весна 17-го года. Здоровья всем, мира, добра. Это 22 апреля. Все на субботник. Убирайтесь в садах, огородах. И под окном. Видите, как у меня чисто и красиво. Чтобы у вас было так же. Ну что, друзья мои, 22 апреля. В Москве 11:35. И вот вам, как и обещал, что будет вам солнце сегодня, в субботний день, от силы мысли и взгляда. Вот оно появляется только для вас. На ваших глазах, друзья мои, вот она, сила мысли. И солнце светит для вас только здесь. Хотите, верьте, но вы видите это. Это прямой эфир. Прямое включение солнца. А кругом пасмурно, обратите внимание, и только здесь синее небо и солнце, и мои вороны, которые прилетели покушать на мою поляну. Они говорят: дай нам, дай, подкинь. Итак, друзья мои, прохладная весна продолжается. И это все по-честному. 22 апреля, суббота. В очередной раз я вам достаю солнце с помощью силы мысли. Друзья, только для вас. Вот оно. И поднимает настроение. Так что, друзья мои, научитесь управлять мыслью. Она вам поможет. Здоровья вам, мира, добра, солнца и тепла. Весеннего душевного тепла. Я снимаю влияние. Так что солнце вы видели. Вот смотрите еще раз. И с этого момента вы будете его наблюдать чаще,
чаще. Я выхожу через 15 минут на улицу. И солнце будет радовать вас и поднимать вам настроение. Весна продолжается. Пасмурная, прохладная весна. Осадков, которые нам обещали сегодня, не будет. Там, где буду я, только может светить солнце для вас. Здоровья вам, мира, добра. Тренируйте мысль, и она вам всегда поможет. Бросайте курить и пить. Дарите женщинам цветы. А я вам свои подснежники из своего сада. Ну что, друзья, в Москве 16 часов. И наступила поистине для природы осень. Весной-то, вы скажете, осень, а вы обратите внимание, пасмурно. Но это весна, а не осень, друзья мои. А ведь дожди, они нужны для моих подснежников, для моей поляны. И для зелени. Обратите внимание, вот там нет ничего. А тут, под моим окном, только радость природы. Но тем не менее, друзья мои, влага нужна. И я не препятствую остановить дождь. Пусть идет. У природы нет плохой погоды. Дожди нужны. Ну, он к вечеру, как всегда. И пусть, а я отдыхаю, друзья. Потому что я же должен отдыхать. Должна моя полянка влагу получить, чтобы она радовала меня. Так что, друзья мои, великодушно простите меня. Но весна продолжается, она пасмурная. И прохладная, как я и прогнозировал. Завтра вы обязательно увидите солнце, воскресный день, как я проснусь. Здоровья вам, мира, добра. Бросайте курить и пить, дарите женщинам цветы. А солнце вы сегодня видали достаточно, и я имею право на отдых. Ну что, друзья мои, свершилось? Обратите внимание, кругом пасмурно, а солнце-то для вас светит. И все это потому, обратите внимание, пасмурно кругом. Вот там идет дождик, но это там, потому что там меня нету, а здесь я. И видите, солнце для вас светит. И все это почему? Да потому что сейчас я нашел человека, который возьмет одного из котят в добрые руки. Друзья мои, солнце для вас. И вот он, человек, который приобретает мою Масю в добрые руки. Скажите, вы обещаете его кормить, поить, не выбрасывать? Обещаю. Честно? Она вам принесет удачу. И этого я вам отдаю при солнце. Муся, звать ее Василиса. Девочка, ей месяц. Смотрите, как он на вас смотрит. Он вам будет помогать в здоровье. Так что берегите его, кормите и ухаживайте. Договорились? Итак, друзья мои, при солнце, вечернем солнце сегодняшнего дня, а сегодня у нас субботний день, как я вам обещал, что солнце вы еще увидите, несмотря на то, что на улице пасмурно. Итак, солнце для вас. Котенка я отдал. Человек забрал, и я радуюсь. Пойду брать второго котенка для того, чтобы отдать
надежные, добрые руки. До встречи, друзья мои!